Роберт Патрик стал настоящей кинозвездой после блестящего перевоплощения в киборга-убийцу Т-1000 и супер-боевика «Терминатор 2. Судный день», сокрушившего самого Арнольда Шварценеггера. Новая роль Роберта Патрика – агент ФБР Джефф Дуглас. Это очень крутой парень, который в лучшем стиле Т-1000 расправляется с 5 главарями наркомафии из картеля «Белая рука» и их бесчисленными охранниками. Джефф ведет в одиночку эту войну, так как должен отомстить преступникам, убившим его семью. Роберт Патрик. Нулевой допуск. What did you get for Christmas?